Ихтиандр, а это наш домашний любимец, морской конек Барбос. Вот и тоже, конечно, вот так вот и живем. Кстати, ребята, вы живете-то хорошо? Когда тихо отвечаете, я не понимаю. А вот я сейчас проверю, кто играет свою любимую игру, которая называется «Как живешь?». Я вам задаю вопросы, вы отвечаете на каждый вопрос. Вот так. И изображаете ответ. Понятно? Например, я вас спрашиваю, как живешь, вы говорите? Вот так. Пробуем, как живешь? А как идешь? А как бежишь? А как стоишь? А как сидишь? А как лежишь? А как при этом спишь? А как еще и храпишь? Ого, музыку перекрапили, а? А как просыпаешься? А как при этом кричишь «Ура!»? А как при этом кричишь «Ура!» потоком танца? А еще громче! Вот знаете, вот оно все хорошо, но только у меня, видите, мои свитки, есть все, кроме кого, у кого не хватает. Рыбы уже не будут. Русалок, вот молодец, умная девочка, вот молодец, русалок-то у меня нет. Так, мы сейчас делаем следующим образом, в каждом коллективе вы должны найти одну русалку, нарядить ее красивенько. Вот сюда вот в центр ее выпустить. Понятно? Ну-ка, готовность номер один. Музычка играет, русалок наряжаем. А то мои свиты, давайте идите, подсказывайте им. Подсказывайте деткам. Деткам подсказываем. И на центрах работаем. Будем ждать, сам русалок надо убивать. И потом их награждать, я бы только призы взял. Так, одна вижу есть, вторая есть, третья есть. И еще русалочка. Четвертая вижу. Линейку выстроились. А где еще русалочка? Одевайте еще. Ну-ка давайте наряжайте как следует. Раз, два, три, четыре, пять. Пять русалок начинал. Вот твои помощники помогали мне. Что, выпустили уже, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ого! Вот это счастье! Вот это праздник! Два, один, стоп! А теперь я вас всех попрошу, те, кто не русалочки, сделали три шажочка назад. Пошли. Раз, два, три. Я имел в виду шажочки почти в шпагате. И раз, два, три. Аплодируем отважным. Вашим русалищам. Просто вот отважные. Не нарядились, не нашли во что, не нашли, как быстро это сделать. Но мне кажется, где-то вот что-то вот да. У нас аквариум маленький, девчонки, понимаете, поэтому нам нужно выбрать из вас самых русалок. А как мы это сделаем? Ну же по ноги танцы. А, точно, русалочки должны станцевать. И те, которые танцуют, лучше всех отправляются на сцену в аквариум. Кто будет отбирать? Давайте, пожалуйста, громче, так чтобы на слух не было слышно.
на сцену. Остальные танцуйте, танцуйте! Смотрите на нашу сказочку, выглянула! Смотрите, даже солнышко выглянуло нам! Ну и еще одна! Давайте, девчонки, на финишную прямую! Болельщики много быстро порвали к Так, вначале я с вами познакомлюсь. Быстренько называйте свои имена. Василиса. А болельщики вообще? Ульяночка. Вероника. Мариночка. Аплодисменты! Лара, а теперь давай в обратном порядке мы называем свои коллективы. Поехали. Красносолнышко. Красносолнышко, какое тихое солнышко сегодня, что такое? Ну-ка еще раз. Красносолнышко.